В предстоящие выходные православные будут отмечать праздник Святой Троицы. В связи с этим до Бердского кладбища пустят дополнительные автобусы. 3-4 июня в честь Дня Святой Троицы от остановки вокзал до остановки Новое кладбище, помимо второго маршрута, будут осуществлять движение и перевозку пассажиров дополнительные транспортные средства, я имею в виду автобусы, с интервалом в 30 минут. Начало движения дополнительных рейсов с 8 утра, окончание движения дополнительных рейсов в 16:00.